Смотрите, как все красиво разрисовано здесь. Супер. Ира пополнила счет на 10 франков. Ничего, купила? Успешно. Снимай маску. Че, пошли? Че, пошли к реке? Сейчас мы находимся в городе Люцерне. Этот город расположен на реке Реус. Не знаю, передаст ли камера воду. Прозрачная, чистая вода. Видно дно. Сейчас мы пойдем к мосту, тому, который вы видите перед собой, возле башни. Этот мост называется на английском Chapel Bridge. На русском это мост часовни. Сейчас мы подойдем к нему ближе и расскажем вам больше о нем. Иру попросили сделать фотографию. Рождественское настроение. Такие здоровенные шары. Супер. Не видно меня в нем. А елка настоящая, да? Да, елка настоящая. На немецком название моста, если я правильно прочитаю, Капельбрюке. Этот мост из дерева, и это самый длинный деревянный мост в Европе. Он расположен в центре города и пересекает реку по диагонали. Мост был построен в 1365 году. После моста мы сразу направились в центр города, чтобы купить сувенир. Ира рассматривает часы Rolex. Магазин сувениров. Ири пытается что-то продать. Иди, я тебя на улице подожду. Что-то продают за 10 франков? Да, нет, не хочу. Спасибо. Я сладкий. Enough. Смотрите, какого крутого Санту я встретил. В шлепанцах. Многие из фасадов зданий в центре города разрисованы. Очень красиво. Ира пошла к шоколадному магазину. Слабость. Орешки. Сегодня утром мы видели, как эти шоколадки раскладывали. Они приходят им запакованные в пленочку. Они их достают. А, вон, кстати, видно. Лежит кусочек, наверное. Видите? Или нет? Шоколадный магазин. Ты бы хотела работать в таком? Тебе нельзя? Что, пойдем? Смотрите, как тут все прикольно. Big sexy sale. Big sexy sale. Да. Big sexy sale. Давайте посмотрим на Big sexy sale. Сказал бы я, что это очень секси, но
Да, дорого. Дорого. Ну как, нормально. Ну не секси, да? Не так секси, как они хотят, чтобы оно было секси. Больше дорого, чем секси. Да, пойдем нам сюда, да? Нам только сейчас дошло, что сейчас, наверное, период рождественских скидок. Все, что не продалось в течение Рождества, сейчас продается со скидочками. Да как хочешь. А вот и разрисованные фасады зданий, про которые я вам говорил. Что, идем? Так, ну что, мы возле отеля, пойдем положим вещи, немножко отдохнем. Находились уже и так много. Мы немножко отдохнули в отеле, набрали сил, попили чай и вышли прогуляться вечерком. Так что покажем вам еще немножко города. Как город называется? Уже забыл. Люцерн. 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 Йо, слышно немецкая речь. Ты что изображаешь? Вот пошли. Вот такие знаки по всей Швейцарии стоят. Вот как это. Как коронавирус отразился на местном арте. На искусстве. Барашек одели. Маски. Стоп, корона. Зависший ребенок. А, это не собака, это... Это лев. Лев-фонтан. Пошли дальше. К мосту. Вот Ира сейчас указывает на башню с часами, возле которой мы живем. Вон она. Конечно, зума не хватает, но вы увидели ее. Пошли. В центре города находится вот такая вот дамба для регулировки уровня воды. Посмотрите. Вода голубая. Называется все это... Надельфхер. Перед вами деревянный мост, к которому мы идем. А вот и мост, к которому мы шли. Построен он в 1400 году. Сейчас вы увидите, как он выглядит. На этом мосту тоже нельзя курить. Он деревянный. И тут такие же треугольные картины. Как и на первом мосту, у которого мы были, но видео мы, к сожалению, не сохранили. Я бы сделал тут больше освещения на картины, чтобы их было лучше видно. Немножко темновато. Центральная зона, 20 км в час, можно только ехать. И некоторым машинам нельзя заезжать вообще. Поднимаемся в гору.
такие висят. Обратите внимание на ставни. Раз, можно закрыть. И открыть. Вообще, это круто. Красиво даже эта штучка в форме женщины. Супер. Вся прелесть в деталях. И тут их много. Вот и часовая башня. Но она вроде бы закрыта уже. Это что, монумент женщине? И просто иди туда. Обратите внимание на зеленую траву. Сейчас декабрь месяц, а тут зеленая трава. А там в горах лежит снег белый. Вот и стадион. Смотрите, как висят на заборе ворота футбольные. Вообще отлично. Повесили на ворота, чтобы не мешали косить траву, чтобы не двигать их. Вон кто-то играет в футбол. Какие-то детки бегают. Хотела бы, чтобы у тебя возле дома была такая площадка? Да. Я тоже бы хотел. Смотрите. Я предполагаю, что это для того, чтобы мыть ноги. После того, как ты поиграл в футбол, бутсы что-то помыть. Ну, зачем еще это? Покажи, как это могли бы делать. Ну да, почти. Дети играют мяч. На фоне Альп. А возле этого стадиончика вот такие вот у кого-то домики. Супер. Аккуратно только, Зай, не подходи к ним. Там что, свинки? Это рядом спортивной площадкой. Чё, тебе нравится? Угу. Супер, я да? Да, это яки, наверное. Яки решили уйти от нас. Смотри, какие стадное рыбалки. Чувство, да? Один ушел, и все такие: о, чё происходит, надо уходить. Вот такие вот тут кабанчики живут. Hello. И козочки. Смотрите, какой крутой стол, да? Обычный, металлический. И тут есть USB. И все это от солнечных батарей. Супер. У хрюшек есть даже своя массажерная щеточка. А вот козочка. Точнее, две козочки. Одна в красном, одна в сером. А еще тут вот такие вот, что это, курочки или... Я таких не видел. Черных куриц. Тут у них такой дворик есть, где они гуляют. И все это рядом с спортивной площадочкой, баскетбольной, футбольной. Такая яркая коляска. Это что, можно кому-то что-то сказать?
посмотрите. И такая вот беговая еще дорожка есть. Вообще. Почему тут хочется остаться, даже невзирая на то, что тут дорого? Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интересных видео.